Люди у нас, братан, тебе индийские любви, сибирские здоровья, кавказские долголетия, счастья, здоровья, радости, благополучия. Ночная передача начинается у нас. Добро пожаловать. Всегда мы рады вам. Все, закончилось? Все у нас есть, только все начинается. Ночная передача только начинается, брат ты мой. А, хорошо, братан. Давай. Что продаешь? Все есть, все есть. Нет, нет, это так? Да. Все, брат, спасибо. Нет, достанем под прилавки. Спасибо, брат. Всем привет, дорогие зрители. Канал Папа Юсов. Дорогие зрители, я Гёйнюк. Гёйнюк переехал. Почему? Объясняю. Я уже там 4-5 дней был. Моя родина. Моя родина, друзья, что? Локум есть. Много чего. Подарок. Сюда приехал, мне друзья начал. Где наш локум? Я так быстро приехал сюда, потому что у меня так работа была, реально. Приехал. Всех ждет. Я говорю, машина стоит в вашем локум. По-настоящему не перевезли. Перешел сюда, Гёйнюк. Куплю локум, друзья. И еще там у меня много крем от грибок. Есть это магазин. Это мне закончилось. Это тоже возьму. Там, короче, аляби есть у нас. Вы знаете, вот сейчас мы... Здравствуйте. Чайку попьем, дорогие зрители. У меня там грибок, он был, проблема, там нога. Там сюда стоял там крем, сюда. Вот. Я в прошлом раз это забрал, помазал, помогал. Помогал. Сейчас это крем возьму. Еще там 2-3 пакета локум возьму. И пойду обратно, дорогие зрители. Почему Анталья не купил? Потому что такой локум Анталья нету, друзья. Конкретно вот такой. У меня все вокруг друзьям, все из России. Украина, который Белоруссия, вот таком. Пустая рука нельзя. Я так думаю. Но сейчас куплю, отвезу. Хочу вам тоже показать, друзья. Кому-то интересно было. Потому что вот, приезжаешь сюда, вам тоже надо быть друзьям купить, да, сувенир. Это видео показывайте, скидка получите. Если хочешь, Индрим, я понимаю. Сколько процентов? 20% скидка будет обязательно. 20%, друзья. Поймите, поймите. 20%. Давайте покажу магазин. Быстро я вам показываю. Братан Али, короче, нам объясняет. Вот, друзья, это я так перебирал. Покажу. У меня грибок закончился. Видите, там последний грибок был. Вот это помогает, друзья. Очень помогает. Аля, бачишь, что ничего не видно. И здесь, друзья, тело, лицо. Вот это мне очень помогал. От перебока очень помогает. Два коробка мне, пожалуйста, ляли. Хорошо. Друзья, для лицо. Хочешь пора обнар? Сколько стоит? Это $6. $6? Да, 6. 2-6? Одно? По 6. Одно по... По 6 долларов, друзья. Короче, 600 рублей получается. Да. Для лицо. Это тело. Это тоже очень хорошо. Вот таком возьму 2 штук. И еще, друзья, там мыло, которое... Козье молоко. От козье молока. Это хамам. Хамамное мыло. Это закончилось уже. Лежит там бездар. А, это очистка. Это хорошие вещи. Угу. Очень хорошие вещи. Ардыч, катран, сабун, катран. Можжевельник. Это тоже возьми один. Тоже лечебный. Лечебный, да. Это тоже возьми один. Друзья, хорошо надо почитать с каждым сверху. Инди тозлу. Это тоже хорошее мыло. Антик гюзеллик, античный сабун. Али абе, шунда лиим мен. По 2 штук. По 2 штук? Они очень лечебные, да. Да, отлично. Отдельно положим. Друзья, это губка, которая готова губка, что внутри уже мыло всего есть. Пакет откроешь просто, когда в душу выходишь, помоешь себя, не надо сюда там ничего наливать. Видите, это классные вещи. В прошлый раз просто так один штук я забрал. Очень понравилось. Гранатовые женщины, конечно, это очень хорошие вещи. Опа, много разных есть. Это мави анемон узду. Это нормально, это мёдное.
Bunlar ne kadar abi? Один штук 5, одно штук 5, 3 за 10 со скидкой. 3 штук 10 друзья. Хорошо. Для вашего подписчика скидка будет обязательно. Давай, давай, давай. Я не против. Лаванта. Это хорошие вещи. Где мое, где мое? Друзья, видите? Я здесь быстро сейчас. И здесь я вам хочу показать, друзья. Так очень много прошлого видео. Народ мне так лично писал. Вот. Народ ищет это, алоэ. Это гель, алоэвера гель. Алоэвера, который кто-то горел из солнца. Вот это очень важно. Защиты и лечебные. Да, вот. 100%. Это народ спросил у меня. Это сейчас я вам тоже показываю, сколько стоит, дорогие зрители. Это тоже есть. По 7. Цена? По 7. 7 долларов? 7. Всех 7 долларов. 700 рублей. Короче, 600 рублей можно купить, дорогие зрители. И здесь там много вещей есть, смотрите. Для лица, крема для лица. Вот, это люди ищут. Ищут молока. Маслиное молоко. Вот. Оценочный болеарь, не варичен, да? Крем его? Крем. А цена, кокуем его? Понюхай, друзья. Люди говорят, воняют. Здорово, это рави. Очень вкусно пахнет, друзья. Очень вкусно. Реально очень вкусно пахнет. Куда идти, рави? Для лица и для декольте. А, лицо. Вот. Смотрите, там реально хорошие вещи. Народ говорил, плохо пахнет. Нет, реально нет. Это мне лицо не надо. Пусть жена себе купить. Чорекоту я. Черный тимин масло, друзья, это. Вот это утром надо. Одну десертную ложку надо выпить. Это вещи. Это вещи, очень хорошие вещи. Наш пророк советовал даже. И холодный отжим. Кроме мертвых, короче, всех помогает. Лечит особенно рак. Кому-то есть рак, особенно лечить. Вот. Некогда рабу? Тоже по 7. 7 долларов? По 7. 700 рублей. 7 долларов. Реально, дорогие зрители. Локум еще не показал вам. Сейчас показываю локум. Потому что клиенты есть много. Сейчас питхонку. Пойдем, алябе. Алябу, не? Это тоже у нас мыло новенький. Понюхайте, пожалуйста. Очень вкусно пахнет. И смочалка мыла. 4 разных видов. Очень вкусно пахнет вообще. Друзья, быстро. Халат я вам показываю, который в прошлом раз. Я здесь купил халат. Новый привезли. Новый привезли, очень хорошо. Реально, халат так. Халат около 30 долларов, так? Да, правильно. Вот, 30 долларов с женой мы переехали сюда, друзья, так, купили. И белая рубашка. Ага, это для женщины? Это для ребенок, для дети. Это? Это универсальные и для женщины, и для мужчины. Серьезно? Да, очень хорошо. У меня живот ты не видишь, что, алябе? Есть большой размер тоже. Серьезно? Да. Перебираю. У тебя живот уже мало, очень мало. Ты не видишь, вы не видели? Ну, я знаю. Перебираю сейчас. Друзья, это реально, есть толстые, тонкие, так, тоже. Очень хорошие вещи есть. Рубашка почем, алябе? Рубашка от 20-25 по размерам. Очень большой размер 25, поменьше размер 20, детский 15. Около 20 долларов, друзья, 15-20 долларов. Так, в таком магазине без скидка ничего нельзя, правильно, конечно, да? Конечно, обязательно. Надо обязательно торговаться, обязательно. Если торговаться не умеете, пишите мне, я приеду торговаться, буду делать. Да, реально, около где-то 30 долларов, друзья. Но вы знаете, там постельное белье. Постельное белье у нас турецкие, самые лучшие качества. Обязательно, если покупаешь, обязательно коробку убирайте. Внутри тоже есть очень много коробок. Убирайте вот вашим чемоданом, достаточно места. Вот положите. Реально очень много вещей есть. Они где-то 15 до 50 долларов. Правильно?
Есть 15, есть 50, есть 70. Разные качества, разные плетения, разные цена. Ну, обязательно тоже скидка делаем. Давай, Лёком, пойдем, пока мало народ. Подушка друг Сева. Еловая подушка. Да, купил. Его очень довольны. Он не спал, я спал его сверху. С охлаждаем эффектом. Да. Шея это форма. Хорошие вещи. Серьезно, хорошие вещи. Реально хорошие вещи. Показываю, друзья, просто так. Сначала здесь покручу. Много народ есть, реально. Друзья, эти берите чая внутри. Когда чай варишь, один штук, положите чая внутри. Она что делает? Безболевище, друзья. Если у вас там в чем-то проблема, безболевище. У нас еще там во рту кому-то воняет. Один штук во рту бери, целый день у тебя пахнет не будет. У нас, конечно, так перец очень-очень важный. Вот есть острые, есть не острые. Вот обязательно берите таком, обязательно. Цена, друзья, это небольшой, где-то $50. Если там за $5 возьмешь, огромный пакет будет. Это у нас мы сами делаем шашлык, курица, рыба, шорпа, плов, салат. Универсальный, около 24 соединения приправы. Друзья, еще один вещь я вам расскажу. И здесь гранатовый написано, это не гранат. Суданская роза на самом деле. Нет, это короче, гибискус. Да. Я в прошлом раз брал, дома варил, это гибискус. Гибискус, да. Это очень дорогая вещь. Ты здесь дешевле продаешь. Да. Предупреждаю. Серьезно, я так в Египте купил его. Да. Классные вещи. Ла зима, ла летим, друзья. Очень много чая, разные чай есть. Кто-то хочет зеленый чай, вот как Россия. В России таком чай очень много везде есть. Но наши Турции найти не сможешь в таком чае. Когда завариваете, свети раскрывается. Алиэкспрессе одно время народ соу купил, Алиэкспресс. А сейчас Алиэкспрессе налог надо платить. Поэтому, где найдешь вот таким магазину особенно, Аляби, короче, сколько стоит она? 100 грамм, 200 грамм за 5. Доллар? Да, 3 доллар, 5 доллар, друзья, 100 грамм, 300 доллар. 300 грамм, это нормальная, отличная цена, реально говорю. В таком цветочке, друзья, когда коктейльчик приготовишь, коктейль. Жасминовый чай. Да. Вкусно пахнет, реально вкусно, хорошо. Но о том чай, короче, внутри там соль есть. Особенно, короче, у нас это ада-чай, эхламур, который у нас по-турецки грибальная инфекция против будет. Шалфия. Там внутри много чего есть. Видите, вот это шиповник. Шиповник по-русски, браво, аляби. Имбирь. Имбирь, соя есть, друзья. Вот таком чаем можно брать. На этом чаем, который можно. Вот еще черный чай есть. Листочный. Крупный листовой. Да, отличный чай. О, вкусно пахнет, реально. Это вкусно тоже пахнет. Очень вкусный чай, фруктовый чай. Я фруктовый не люблю, но народ русский очень любит фруктовый чай, потому что в России у меня было такое место, я продал чай. Я продал, народ очень любит вот такой чай, я знаю. Остальные, друзья, вот на этом чаем, который... Яблочный чай, это очень важно, яблочный вот такой. Народ обычно покупает вот ароматный. 2 ложки, теплая, горячая вода, перемешай, немножко сахар, уже чай готово. Это очень вкусный чай. На кадр, аляби? 3 штук за 10. 3 штук за 10, 3 штук. 3 штук, вот, $10 можно купить. 1 штук, значит, дороже. 1, 5, 3 за 10. Вот, слушали, я сам себе ни раз не говорю. Вот, друзья, ада чая, кому-то горло проблем есть, кому-то там рак есть, обязательно берите вот это чая, обязательно. Каждое утром голодный желудок, выпейте этот чай, почищает вашим там своим микроорганизмом. Турецкий кофе, конечно, так турецкий кофе очень важно у нас, особенно кому-то целлюлитным проблемам на ногах, которые, это женщина. Обязательно. Моя жена кофе не пьет, поэтому ее немножко и проблема есть. Ее советую ее тоже. Она говорит, там варит не так много чего, короче. У нас из стакана турецкий чаем вот такой подаришь, но можно вот подарить вашим друзьям. Это очень хорошие вещи. Стаканом. Только, ложка тоже есть. Классная вещь. Кашпара, это 12.
$19. Пожалуйста, дорогие зрители, там Турция, которые вы приехали, вашим начальник и шефу можно вот подарить. Это будет хорошая зарплата помочь вам. Примем. Шеф сразу зарплату поднимает. Примем. Но если себе дома, конечно, у нас, еще раз я расскажу, вот это чай, самый лучший чай почитается. Остальное там пакет хороший, но это чай, отличный чай, друзья. Можно так брать несколько штук. Турецкий чайник, вот это приготовить, отлично получается. Вот эти пакетики чая, это везде есть, да, это везде есть, просто так. И здесь эхламур надо найти, вот такой. Эхламур надо найти. Эхламур. Зенджефиль, вот имбирный, зенджефиль, лимон, зеленый чай, эхламур, адачай, вот, адачай, друзья, вот это. Мой совет, вот это. Я эхламур, вот, это два. Это очень-очень, ага, вот. Кушпурну. Шиповник. Это три чай, я вам советую. Это три чая обязательно берите, пусть будет в вашем доме. Однажды будет... помогает вам. Вот это гранатовый чай, это гранатовый, это тоже есть, конечно, народ что любит. Эти премиум Turkish кофе, можете понюхать, средняя обжарка. А, нельзя меня понюхать, у меня так проблемы с здоровьем, хорошо. Кофе вообще нельзя у меня. Зерны молотые, растворимые, премиум Turkish кофе. Турецкий кофе, сердце. Кому-то проблем есть, обязательно, да, да. Сердечный, кому-то проблем, обязательно. Вот турецкий чайник тоже здесь есть, друзья. Если много вещей покупаешь, подарок спросите, это чайник. Много вещей, если покупаешь. Ошибаю, но? Да. Ошибаю? Нормально, не ошибайтесь. Хорошо. Вот купите много вещей, чайник спросите. Да, обязательно подарок сделаю. Друзья, там оливковое масло есть, это местный, маленький, вот этот лас-салат, который холодный. Это для салата, для жарки, даже лечебный пить, лечебный холодный отжим, каменный отжим, таш баска по-турецки, каменный отжим, лечебный хороший. Вот это руками специально делают, это очень хорошая вещь, это. Друзья, здесь тоже есть, там гранатовый соус есть, так много чего здесь, это везде можно найти, но чурекоту я везде не найдешь. Кечабуйнузу узи везде не найдешь, кто-то рожать не сможет, обязательно вот этом. Рожковое дерево. Да, обязательно. Ну, по-русски как это переводится? Рожковое дерево, прополис, имбирь, смесь, микс. Кому-то там проблемы, короче, ребенка рожать не сможет. Вот этим обязательно. Чурекотсу. Вот этим вещи. Черного тминного масла, прополис и рожковое дерево. Тоже лечебное. Вот. Этим, который, друзья, так с самого края стоит, обязательно это рожковое там что? Рожковое дерево, натуральный холодный отжим. Здесь... оливковое масло, гранат, набор для себе, для подарок. Тоже очень хороший набор. Цена 10, это цена 15. И здесь гранатовый соус, рожковое дерево и оливковое масло, холодное уже. Классно. Три в одном. Красиво. Вот. Места много не займет, везти удобно. Порекомендую. Друзья, если у вас там друзьям в чем-то проблемы, короче, здоровьем, горлом, животом, либо там рожание проблемы, короче, вот подарите вот таком вещи вашим друзьям. Может вашим помочь, у них будет большой подарок, который я в это верю, потому что в нашем деревне народ это пользуется. Пакет не посмотрите, внутри посмотрите, друзья, обязательно предупреждают. Пакет всегда красиво. И каждый день для вас нарезаем ассортимент, ручная работа, луком, пожалуйста. По прошлое видео одно человек писал, там все очень старое, уже год и стоит, туда-сюда. Где ты видишь, там сюда старый лук у меня, покажи, пожалуйста. Где ты видишь? Старый один год стоял луком, так не бывает. Никак не бывает. Вот сол луком, друзья, видите, внутри. Вот в прошлом видео посмотрели, один человек в комментарии написал, что год назад осталось. Смотрите, уважаемые, я говорю, каждый день свежий, а некоторые не верят. Смотрите, такой свежий. Утром сделали, вечером привезли. Вот очень-очень свежий, очень мягкая. Как так не бывает? Вот смотрите. Такой свежесть с фундуком очень-очень вкусный. Через год она будет так. Вот. Свежесть чувствуете. Которую я могу кушать, я могу продавать. Я понятное дело. Я не могу кушать. Мы не показываем, не друзья, продавать. Склад. У них там очень много складов. Вот свежий. Да, вот любой открой, очень-очень свежий. Смотрите, уважаемые.
Что написано здесь, друзья, когда сделано? Вот, смотрите. Вот, видите, 24-м, 23.08, 24-м, уретим тарихи, это сделано. Максимум умеешь право держать 23.02.25. Вот это все показывается. Вот тут же свежий-свежий, вот паста как свежий. Очень свежий. Имейте в виду. Наверное, кому-то там в таком магазине станет пищут. Это не важно. Но важно, что Аляви, я забыл, который там, я родина был. 2-3 коробка там подарок мне нужно. Хорошо, друзьям. Разбираем. Хорошо. Сделаем. Не сейчас, Аляви. Немножко показываем, потом. Хорошо. 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 Пока пусть клиенты смотрите. Это сколько стоит? Мне расскажи эта сумма. И лукум от 10. От 10 до 15 долларов. 10-15 долларов такой лукум продаешь? 15, да. Который королевский лукум. Который самый дорогий продается, 25-30. У нас 10-12-15. Имейте в виду. Ну, Роза, 300-350. Это 15 долларов. Короче, получается у нас сколько лира? 10-350. Где около 500 долларов. 500 лира. Примерно. Серьезно говоря, это дешевле, потому что я опцион 2 коробка купил по 350 килограмм был, но это дешевле. Это Юмигрос продается 850-900 лира продается. Да, да, да. Имейте в виду, это цена недорого. Лукум классный здесь, друзья. Еще пешмане я вам расскажу. Это тоже типа халва. Это тоже халва считается. Свежий-свежий. Состав мука, сливочное масло, молоко и ванилья, пожалуйста. Вот. Вот, свежий, видите? Воздушная халва. Это дети очень любят. Дети там реально растут. Угощай народу, Аляви. Конечно. Вот народ постоянно покупает здесь лукум, как может быть старый. Это непонятно. Друзья, внутри видите, там сколько народа интересуется лукум. Еще там вино есть, у нас там местное вино. Это тоже где-то 5-10 долларов. Если покупаешь много чего, так они подарят просто. Видите, друзья, там лукум, реально на его, очень вкусно, очень хороший лукум. Вот Андрей это любит сейчас. Короче, дома, в прошлый раз я купил, привезли, я свой любимый купил, привезли. У них так не нравится мое вещи, они любят вот такой. 10 долларов, друзья, 10 долларов, 350 лира. О! Сейчас покупаю лукум, еще там 2-3 коробки мне нужно. Я вам быстро расскажу, что еще вот сюда можно вот покупить. Это чай заваривать. Сколько это там все? Вино, друзья. Это гранатовое вино. Карадут это вино. Все это вино. А да, чай. Много вещей есть. Пока не хочу никого мешать. Аля, бунарная, а? Парфюм. Парфюм? Духи? Духи. Духи, каждый свой вкус, друзья. Это я так не лезю. Еще там у них есть внизу, быстро показываю. У них там очень много и здесь. Там есть, смотрите, вещи. Там внизу склад. Детский там. Много чего есть. Вот туриски, муриски, там все есть, дорогие зрители. Советую. И здесь магазин дешевле. Аляби очень хороший человек. Просто что покупаешь, скидка, спросите. Если денег нет, тоже говорите, денег нет, помоги Аляби. Вот. Показывайте это видео. Если в вашем интернет нет, в магазине есть интернет. Пароль спросите, переключили видео. Папа Юсуф говорите, они разбирают. Обязательно вот в таком магазину приезжайте. Это подушка, перебираю. Друзья, подушка. Это у меня нет. Моя подушка, короче, немножко крепче должна быть. Немножко крепче должна быть моя подушка. Вот таком гелем подушка у меня нет, не подойдет. Вот такой посмотрю. Это тоже с гелем, наверное. Нет, 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 это не гелем. А, нет, это тоже гелем. Это тоже не подойдет мне. Подушка у меня, друзья, 3-4 месяца я себе покупаю, потом другую покупаю. Вот, дорогие зрители, много вещей есть здесь, 10 долларов можно купить.
Люди говорят, там торговый центр, поеду, если там покупаю, там реально дорого немного. Это $5, $6, $10 можно здесь купить. Кому-то возможность есть, конечно, подъедет туда. Но здесь обязательно вот там кремом, чаем, маслом, друзья, обязательно берите это. Пусть будет в вашем доме. Болезни, когда начинают, это лечить очень-очень трудно, тяжело. Это магазин, короче, я взяла 3 коробка и себе там взяла туда масло и что еще нашел, который что-то помазит нога, рука. Дорогие зрители, советую, Аляби не забывайте, он скидкам дешевле дает. Я вам советую, это не реклама, просто совет. Как вы хотите, ничего не говорить не буду. Аляби. Еще можно что-то добавить, пожалуйста? Вот. У нас еще трансфер есть. Когда вы приезжаете сюда в отель, у меня WhatsApp номер есть, он поставил сейчас под видео. Вы мне через WhatsApp напишите, я за вами трансфер отправлю. Это область Кемер, Белдеби, Гойнюк, Кемер, Шамьюва, Текирова, Кириш. В этот район у нас трансфер есть. Привезем, отвезем бесплатно, имейте в виду. Под видео есть телефон номер, друзья. Пишите его, трансфер придет, собирает, покупаешь обратно, отвезет. Может, вот таком вариант тоже советует. Люблю вас, всем пока, увидимся. Пока-пока.